По инициативе Алматинского управления образования теперь на первых этажах многоквартирных домов откроются детские сады, развивающиеся центры и поликлиники. Соответствующее решение приняло Министерство национальной экономики страны. О программе регионального развития в мегаполисе расскажет Амина Абдрахманова. В рамках программы развития регионов детские сады, развивающие центры и поликлиники смогут разместиться на первых этажах многоквартирных домов. Такое дополнение внесло в проект госпрограммы Министерства национальной экономики. Впрочем, подобное предложение рассматривали в управлении образования Алматы еще 2 года назад. Однако по государственным стандартам у детских садов должна быть предусмотрена прилегающая территория, куда дошколята могли бы выходить на прогулку. А во многих жилых комплексах такой площади нет, поэтому в них могут быть открыты только развивающие центры с неполным днем посещения. С управлением образования города Алматы была такая инициатива. Мы предлагали, у нас сейчас очень много в городе Алматы строится больших жилых комплексов, и там или предусмотреть строительство дошкольной организации, или хотя бы на первых этажах предусмотреть мини-центры для детей дошкольного возраста. Такие предложения были, но на данный момент пока у нас на первых этажах жилых домов еще не открылся мини-центр ни один. Прошлый год оказался рекордным по строительству как государственных, так и частных детских садов в Алматы. Так, из запланированных 18, свои двери открыли 9 учреждений на 1200 мест. Остальные смогут принять дошколят уже в этом году, а садов на коммерческой основе стало больше на 33 объекта. Частные дошкольные учреждения позволили сократить дефицит мест на 12%. К слову, на сегодняшний день в очереди стоят 52 тысячи малышей, но с присоединением новых территорий к мегаполису это количество возрастет. Но и на новых городских участках планируется строительство детских садов не только за счет бюджета, но и с привлечением частного капитала. Еще сохраняется дефицит мест в дошкольных учреждениях. В прошлом году я обращался к предпринимателям с предложением сотрудничать с нами с целью совместного развития инфраструктуры дошкольного образования. Сегодня в этом секторе есть все предпосылки успешного бизнеса, высокий потребительский спрос, отсутствие сложных бюрократических преград. Нет необходимости получать разрешения и лицензии на их открытие. В Алматы работают 166 государственных и 142 частных детских садов. Всего за последние 5 лет в мегаполисе ввели в эксплуатацию 95 объектов образования. Это 18 школ, 25 садов и 9 пристроек. Еще 54 здания были сейсмоусилены. Амина Абдрахманова, Ерлан Сагимбеков, телеканал Алматы.